заключении концерта персидские мотивы, цикл арабесок в 5 частях, для чтеца, флейты, виолончели и арфы, на стихи Сергея Есенина и Омара Хайяма, на фарси в оригинале и в переводах Плесецкого, Румер, Держалина. Исполняют Андрей Гетман, художественное слово, Александра Зверева, флейта, и первые исполнители этого сочинения. И само сочинение посвящено первым исполнителям. Наталья Яхонт, арфа, Максим Золотаренко, виолончель. Могущество было дано, я бы небо такое не зринул давно, и воздвиг бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли, куда мой свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл, он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел прах. А где, скажите, дым? Вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хайям. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хайям. Тихо розы.
бумага в этот трудный расставание час. Thank you.